Добрый день! В одной из предыдущих серий мы говорили о резонансе. Я приводила вам такой пример резонанса. Сегодня приведу еще один пример. Это тоже резонанс. В данном случае в бутылке резонирует воздух. Кстати, такой звук очень не нравится собакам. А сегодня же поговорим о частном случае, о резонансе Шумана. Что это такое? Резонанс Шумана – это явление образования электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между Землей и ионосферой. Ионосфера – это верхняя часть атмосферы. Средняя частота резонанса Шумана – это 7,83 Гц. Чаще всего частота колеблется в пределах 7-11 Гц. Герц – это единица частоты. Показывает, сколько колебаний в секунду совершает волна. Интенсивность колебаний зависит от нескольких факторов. От времени суток, от времени года, от солнечной активности и от местоположения на Земле. Замечено, что волны Шумана отчетливее всего выражены в областях гроз. Существует также грозовая теория, которая утверждает, что источником резонанса являются грозы. Если поставить перед собой цель, можно найти в интернете большое количество информации о том, что частоты увеличиваются или понижаются. И много мнений о том, каким образом это может повлиять на человечество. К сожалению, человечество в настоящий момент влияет на природу не меньше, чем природа на человечество. Вы, конечно, можете приобрести коробочку, которая излучает полезные частоты. И, наверное, это будет правильно. Но нельзя забывать, что никакая коробочка не защитит нас от последствий нашей же бурной деятельности и от развития промышленности. А в следующий раз мы поговорим о измененном состоянии сознания. Всего хорошего, до новых встреч!